У тебя GPS есть? И N2, идите, пожалуйста, на дальше с домиком, мы уже делились этот ряд. Что еще раз с домиком? Чтоб, сука, этот M2 и страйкер маяка в рукавашку ушли, они все равно делились этот ряд, а ты уже не столько. Сейчас. Да, кто там рядом со Сдоником, с группой Дельта, вы переходите на их канал, он вас координировать будет быстрее, чем... Мы только подъезжаем к дамбе, еще до, где-то метров, наверное, 300 ехать. Хотя меньше, 100. Проехали сейчас там. Ну, у нас справа. Прием, аккуратно. Давай, не слева. Берите заложника, наблюдайте, нет, не говорят, что стройка. Вон он вперед, вот он, да. Давайте на нее аккуратненько заезжаем. Противника мины могут быть. А Сдоник, а вы какой-нибудь зух увидите на базе Урала? Не наблюдал бы. Вот это хреново, потому что она может хорошо пошинковать нас всех. Может вообще с другой стороны пошинковать. За... Типа мы на гору выйдем, как хорошая позиция, она эту гору просматривает. Метку я на себя обновляю, Сдоник. Мишальный РПГшник в кусте сидит. Как далеко поедем? Наверное, сейчас увидим. Там зеленая линия заканчивается, дальше я не рисовал. Не знаю, что там есть кусты, нет кустов. Нам под прикрытием быстро приехать поближе к месту высадки. Чем ближе высадимся, тем лучше. Хотя, конечно, подальше можно нас не услышать. Тихо зайдем. Хаммер. Давайте оглядитесь. Свой хаммер. Свой хаммер. На крыше лежит у угла трубы или внизу где-то. Сдоник, да? Дал метку на себя. Высадились, дальше пешком пройдем. Давайте двигаемся. Приехал. Груза своя. Давайте проверим, здесь у нас на 300 домики. Их сначала почистим. Никого нет. Чисто в этом домике маленько. Забежал, забежал, на холме на 240, побежал в сторону юга. Отлично.
Прям почти по нам. Да я видел. АГС, вы там рядом с нами. Вон он бежит, вон он бежит. Это вы там у нас вылазили? А, окей. В ауле мы. Не, не в ауле, не в ауле. Там, короче, в пролеске, куда АГС падал. Там машинка вроде наша, да, стоит? Талит. Понял, метку на себя дал. Мы сидим в маленьком таком вот дворе. Перед нами, получается, противник был. Перед нами противник, где АГС был. Били кого-то. Сейчас дам. Побежим сюда, от того места, где сейчас АГС или что? Да, я хочу сейчас на крышу залезть, посмотреть. Скорее всего, так и будет. Синие точки. Короче, на ноль у нас здесь зеленка такая хорошая идет. Прикрытие. Мы вот через нее можем пройти там вплотную. Дальше, конечно, пропешено, но уже ничего не сделается. Ладно, пошли. Азданик, мы начинаем движение на ноль от своей позиции. На штурм? Да. Там, да, вы бежите прямо по полю, туда примерно в том направлении был противник. Понял. На конце. У нас где-то впереди противник, да, был противник. По нему ГС отработал, но да, его не видит. Может быть, он еще жив. Понял. Она отошел куда-нибудь к вышкам. Вот что это сейчас было? Ты свой, снайпер. Крит-3. Ну, у нас такого нет. Творог на связи? Где-то перед нами пошло. Да, на бочках, скорее всего. Где-то справа, что ли, где-то немножко левее. Я из-за М2 не могу сориентироваться. А чё, Хайда, поехал сливаться там? Хамбик, ты куда поехал? Всё, нет, его. РПГ-шка пуск был недалеко от него. Забор. Он паш между двумя вышками, ржавая, рыженькая, по-моему, оттуда что-то стреляет. А, нет. РПГшник. Там хамик наш спалил. А чё он туда поехал? Короче, эти МГ, точнее МП внутри. Ну да, ел. КЗ какого два? Идём по... От забора. Пришли. А с чего тебе? Я не понял. Краб. Это ли краб? Я же побег, который по нам стрельнул на эту. А вон он. Краб. Дентро. Внизу. Вот это вот ситуация. Да, и ходить-то нельзя, блин, слышишь? Что-то я отошел уже несколько труб внизу. Что-то произошло? Ну, включи репил краба или динопро. Хаммер прокулывает. Все так багазит. Так. Блин. Да. Он перед тобой был прям. Да я его видел сквозь кусты, только на стрелять он убежал. Потом забежал с другой стороны. Это Дентро. Нормально. Где наша патч, кстати, его нет? Патч. Да, что с вертолетом? Ну, вначале при рестарте у нас скинулась граната, вертолет, он чуть-чуть покоцался. Ну, нормально, мы взлетели. А потом? Как вы упали? Потом, что-то дальность была вообще на километр, альбо выставлена на 5. Мы как-то нашли технику, стрелили. Выбили ее, но она работала. Литва был у нас. Словили один ПЗРК. Я удивился, что мы выжили, мы улетели. Потом на обратном пути из ниоткуда прилетел этот флаг, не доставал.
Но мы БРДМ и это без колес оставили, больше не спокойно. Репит, ну мочи его. Ну! Что-то красных все меньше и меньше. Да не сильно. Молодец. Там нуклир, смотри, как зашел. Мы просто на плохо заехали туда. А, вы полетели, да? Ну, получилось? Смотри, на крыше. Меня убили с РПГ. Ну, видели. Ой, Томзон взрывается. Лол, и мы или Дауна, походу, которого... Смотри, не дурак. Все, закончился хамер. А заужник внизу, да, там где-то? Ну, включи его. Ну там он так в пристройке стоит, но его выпалили, мы знаем, где заложен. А, понял. Да, а заужник один, а где второй? Да там один всего был. Было два выбрать. Да нет, нет, один. Хум, у нас сейчас весело будет. Да. Ты так и не понял, меня кто убил? Я возле заложника там сидел. Это он тебя скинул, бля. Ах, вот он, гад какой. Я ему доверял. Интересно, мой нос с такого расстояния он убьет сегодня. Ой, найс селка, красиво. А у картошки вообще гейминг. Нет, Паша, это у нас с Иванчиком гейминг тут был. А что у вас там? А, я, короче, сел на СПГ, и, ну, Иванчик на модуле сел, короче, груз отвозил. Потом у меня зафпсило, я ехал по ребрик меня засосал в себя, короче, я врезался в дом, вышел, ну, чтобы подлечиться, Иванчик тоже притормозил, типа, ну, чтобы довести меня, и СПГ взорвался. Хуй на боже или просто? Мы уже просто, мы уже ждали, ждали СПГ, это... Смотрите на Хума, на стенке сидят друг на друга. Не болтают еще. Ну, да, наверняка. После всех тех манипуляций, что мы сделали с этим домом, это довольно странно. Нормально. Если прям в комнату залетал грех, то возможно. Ну, нет, я с два пошел. Не там, не пробью. Не, ну киньте гранату, че? Заложник все выбежит, застрелил. Погласно, чем плохо. Химон, пиздец, я не думал, что они вывезут. А он там за стенкой сзади сидел. А, я подумал, не сверху, он просто ушел. Заложник убежал. Не сверху, и сзади, и сбоку. User.com. Как заложник убежал-то от него, подожди, я да чуть... заложник вообще. А он выходил в комнате. А подожди, а почему юзер ты его не остановил? Ноги там прострелить, не знаю. Он выходил из комнаты. Да он. Может, не знает вообще не зашли. Заложник того не стоит. Стреляют. Махнул. Разошелся. Да, он еще побегал. Если они сейчас на него поедут, это все. Будет неприятно. По кому он стреляет? Нет, страйкер выдержит. По, да, на крыше нуклиру, наверное. Махнул, давай все, тебе завис. А он тут с этого говна, кстати, не выяснил. У него что? Муха же, правильно? СВД. А, он прилетел, смотри. Махнул. Он не выбил страйкер. На 200%. Страйкер на тебя едет, походу достанет. Он прицел, смотри. Он не выбит этот страйкер. Просто чехляй. Не выбит, смотри. Нет, давай, давай. Ну. Понятно. Есть. А, вышел. Ну ай, смотри, тактика какая, смотри, и все. Да. Тактика, стоп, он упал.
Послушал пуск, сразу прыгнул. Лол, страйкер просто не молодец, нахер. Кто там страйкер будет, уроды? Да нафиг этот заложник нужен, свою жопу гон. С доником, как обычно. Короче, задымили там. Или нет? А, их два. Сейчас его убьют. Охренеть. А чё он выпрыгнул вообще? Ну, они, походу, даже не поняли, что он выпрыгнул. Махнули везде. Хусер там остался один. А хусеру сейчас тоже крылик. Давайте нуклер сейчас посмотрим. Чё с хусером будет? А на клюлю ему гранатчик. Махну на бу, убивай за уже. Я снял в эту комнату, да, гранаты кидают. Сука, блядь. Ты чё не убил за уже? Я думал, он в пистолке, а там же ещё помещение, блядь. Чуть не сообразил. А, там не было. Теперь запомнишь. Точнее, X-юзер. Я там тихонечко, блин, чтобы... Сейчас гранатку. Дверку. Ты, конечно, не знаю, в какой пристройке или в дырке. Он вообще ушел там, метка на карте. А почему выпрыгнул, черт его мать, из этого страйкера? Он там же... Испугался. Так, вторая жертва, вторая. А вы... Ой, идет вообще без папы. Понятно. Как так? Что за... Как это он так? Он так на пофиг зашел. Ага. Чуть тебе бы страйкер шел. А что, гранат нету, понимаешь, что? Должен быть. Но он же не знает, мы что-то говорим. Может боится. Нет, у них он даже стремиться не может. У них есть паша вложник, точно не так. Это вторая попытка зайти, а вы. Хроната. Вот да, брет сюда, и он сейчас брет. Пиасков в голову, вот весело. Эти арма 2 гранаты, это просто шикос. Рикошетом хочет убить. Ой, так все, на базе один человек всего был. Красный. Да. Блин, если бы я не затупил, бы же прыгай кончился. А Сченко не прострелят? Нет. Там два прострелят. Они пугают или? Не знаю, гранату взять, кинуть, нет? Они надеются на два пулемета. Сидят и смотрят в дверь. Или они ждут человека с гранатами, который сейчас подбежит. Вот он, герой дня. Да. Нет. Нет. Мимо. Нет. Два ДЦПшника. А, нет, нормально. Нет, под пол ушла. Два ДЦПшника гранаты кинуть не могут. Я, кстати, с первого раза, помню, закидывал такую. Конечно, тут закинуть. Взрывает здание или еще? Не там. Не там. Я думал, что вход вот в постройке вот и там дверь. Так, первый.